до свидания всем. Прощайте, парни. Да, нас наверх высадят или вниз? Постараюсь наверх. Сейчас я последняя. Ну или на замет. Моча! Выше, выше, выше. Хороший лесок тут по правому борту. Давайте, давайте, давайте. Все вышли, все вышли. Может, АГС в этот в сторону базы работает? Как не ярко вообще. А как здесь воевать? Ну давай я выложу вниз тогда еще разок. Кик в елках, кик в коньки, да, это я не могу понять, что за. Кину гранату, они не шли. Я понял, что с оптикой нифига не. Не знаю, меня наверх опять не пустят, наверное, так что выходи снизу. Прикольно нашли мало. А, это цветочки. Повесение свой тяжело. А у Славик на затылке светится точно. А на лбу нет? Лучше бы на лбу. Я вижу, чувак, который побежал вниз, вниз побежал как бы. Да, спина южная база. Это враг, да? Я вперед бегу, допустим. А я не помню, их ПНВ есть или нет. Ну, так думаю, есть, наверное. Ну, они бы нас сейчас завыли бы. Да. Иванчик, ты где? Он с оптикой вообще ничего не могу. Механикой пользуюсь. Она есть на МК-12. Делаю. Сейчас. Ты хочешь снова, чтобы я 50 поставил атаки? Потому что она не ночном видео не есть. Берешь из-за ленты, приматываешь палку. На базе вижу, кто-то бегает. Понятно. Наверное, Иванчик, ты еще живой? Базе. Вижу, типа. Без снаряжа. Короче, буду летать. Черт. Лучше не надо, ты шумишь, ни хрена не слышно, где кто. А, окей. Блин, ну как. А, ладно. Дай крышек, а? По мне, блин, работаете вы чё? Подожди, кадр работал нормально. КБшки есть? КБшками ничего не забрасывай. Это что, живой? Да, живой, но мне снайпер и без ПНВ вообще не будет. Да, я знаю.
я это понял, у меня снова снайперка. Пристрелял, просто снайпер. Подбирает, не знаю. Целится по НВ, стрелять там. Я же колюсь. Мне как-то прибегал. Я тоже не могу. Не, у них домик резанули. В ушки вроде чистые. Сейчас фикс-бак сделаю. Как там база живой? Да, живой, да. Замогало что-то. Да вроде как ПМК. Вот это был? Бункере свой, бункере. Так свой или нет? Вот. Гранаты из базы летят. Обойдем со стороны. Вход, бросайте вход, блин, сбоку зайдем, там дырки есть. Справа. Ход заткнули все. Да, да, я вижу, через сетку он ходит, а сетку не простреливают. А что там? А, на базе кто сетка? Да, шестой? Да, за ней, за ней. Блин, жалко прицела нет. Тут дырка есть, дырка, дырка, дырка. Крены был закид? Будем, кидаю. Ой, не долетел. На углу сидит, палец дурь. Я. Из западного, да? Да. Я сижу, я с западного. Сейчас надомит там. Когда еще будет? Наша МГС? Как рьяно просто. Да свои лежат около бункера твой или нет? На базе свои есть. Свои. Зашли в периметр, пошли в периметр. Да. Окей, по-моему, уже стрелял, как-то поставлю на себя. Я возле главного входа. Вы у вас кифи не дадут, надо посмотреть, суки. Блин, я думал это одной, наш. Да. Паша, что такое? Я думал это второй. Ой-ой-ой. Силона, блин, все. Силон, как так? Так, я не знаю. Я снайпер, как это было. Да. Сара, вообще сторону света не знаю. Полчаса его ждал, пока он у меня полечит. А Махну заблудился? Он уже вторую игру так вот лежит и с чем тогда вообще играет? Место занимает, да. Место. Для баланс. О, масланули. Как он там сныкался вообще. ВВ. ВВ, нахуй, надо своего добил.
А че не него стрелял? Я другого стрелял. Нет, там труп лежал, я его добивал. Я понимаю, я на входе другого стрелял. Подробно забил своего ключа. Чуть бейся. Автомат поставил. Я вообще не знаю, кто. Завалил. Это палатка нас сейчас простреливает. А кто в палатке подбирал? Бис. Еще написано Михаил какой-то Глебов. Спидер поехал. Картошка сдох. Палочный. Конец пацанам. Обе тоже где-то утируют. Но он хотя бы двигает. Че он убил где-то? Своего. Вот этого. Нет, он прайсил. Дезарт убил. Да он будет. Он стрелок сейчас. Кто? Спидер увидел. Спидер посмотрел на спидер. Убил первый. Я сейчас думал, меня спидер сейчас. Саутировал. Смотри, спидер. А у спидера прицел, кстати, фиговый, он не видел. Я тоже не видел, я город не могу порубить. Да ладно, у меня будет бы нормальный прицел. Но он не совместим с камерой. Ладно, если бы было, а так, блин, мешает оптика. Да, оптика мешает вообще. Ну, Спитер сказал, что сделает для нас другую оптику. Там коллиматор нужен. ПМР. Псилон. А чё он меня убить не мог? Кто? Ну, кто-то меня убил. Он спит. А у него шоптика на двери. Не видит. Не, просто звезд стреляет, раз попадание. Что стреляет, думаю, ну ладно. Но он от бедра стреляет. Да, в этом. Если в бизнес будет это заметить, то. За бизнес вообще. Прошу то, что ли? Ой, гос. Аляска. Чё-то я не рассчитал время раскрытия. Ты решил убить их своим телом? Да я думал, ща высажусь по Рэмбо. Как Рэмбо, да? Чё, прям на базу упал? Да я хотел на базу прям, но чё-то как-то парашют не раскрывался долго. Бракованный потом. Праздник. Прайс здесь. А кто один сбил быстро. Первую вертушку? Чем сбили? ПЗРК. А тут же два ПЗРК. Сразу двумя. Два. Сразу два. Один из них промахнулся там. Ну, один бы спал. То есть нам повезло. Да. Сколько у вас там хилов? Все. Там, короче, один пуст, по-моему, сделали. Попали в вторым просто. У меня Рексер под водой вообще плывет. Да, он вообще... А чё он там забыл? А, в начале миссии упал, да? Картошка, да. Ага, картошка это... Главное, это, на КС не давайте вставать. Картошка? Да, это плохо заканчивается. Сколько мы с ним сыграли? Две или три миски, по-моему, все проиграли. Зато КС, заметьте. Ага, КС. Я же помощник РПГшника был на прошлом миске.
А он с чем обменялся, собственно, обменялся РПГ, это оружие. То есть ему дали ПГшку картошки. И квест в этом чел тоже взял. Потом картошка меня спрашивает там что-то насчет ракет. Я говорю, что я помощник, будем вместе ходить. Он говорит, да, окей, и послал меня одного. Может, это последний? Ну, что-то сиделки какие-то уже начались. Все ушел. Ну, репит, он пошел вперед. Если репит убивает, то, наверное, можно убить будет. Это русский форма из РХСа? Да. Каев. Там при высадке кому-нибудь плохо было? Ноги там или что еще? Да нет. Странно, что без лазеров некоторые. А если с лазером, то тебя враг не видит, да, или видит? Он тебя видит, а у тебя такая линия идет прямая. Понятно. Это хорошо против, там, не знаю, против талибов, которые в темноте ничего не видят, и у них Ленфилды. Ты так им подсветил, и все твои заметили, где он. Питер пришел. Он даже себе оружие не нашел. А нашел. Ну вдвоем-то полегче должно быть. Ну конечно. А чё там, типа, Махно берит в рейке? Да, вообще, непонятно что. Чё-то ему, наверное, не видать. Махно отходит с кровищей подряд. Мы что, на ДШК стреляли, и Махно отошел и все, и смыслили меня. Флаг большой, не видно ни хрена, что на базе по карте пока не увеличишь. Да. Хорошо. Хорошее там место. Да жесть, у меня клавиатура настолько поломалась, что я могу ходить только с наклоном влево. И не могу по рации отвечать. Ты, наверное, запиндил ее, надо еще разочек нажать на ту же кнопку, и он отвиснет. Так, Спитер, зря ты лечишься, сейчас к тебе выйдет. Вот так вот. Нажимал все кнопки, чтобы сдвинуться. Я слышал, Александр говорил, что он слева. Я мгновенно кинул, но выглядываю, его нету. Успею перевязаться. Альт F4 нажимать. Да, все кнопки нажал, просто все, что можно. Пробил. Escape нажимал больше всего. Ну, вроде как. А Спитер сам умер или его застрелили? Я от тебя убил, не бойся. Опять остаюсь, эти нам все базарят, что какие-то минус 4 делают, лево-право, вперед вниз нажимают кнопки. Да вот я там и говорю, я не могу разобраться, что у меня с клавиатурой. Человек оттуда сломался, он как-то все кнопки нажимает. Нажимаю на кнопку V английского, у меня нажимается Q и V. Кто был, кстати, снайпером еще один? Я вторым,
если... Смотрю, передо мной куст бежит такой, подозрительно. Блин, ты по мне стреляешь, я вижу вспышки перед лицом. У меня тоже, у меня эта фигня. То же самое, у меня ночное видение и от бедра стреляю по тебе. Блин, Александр мог замаслить как нефиг, он вышел на меня, еще полчаса смотрел. Спидер, так я думал, что это спереди по мне стреляли. Я стоял в метре от тебя сзади. Ну я потом разворачиваюсь, сади. Ты уже не успел развернуться. Ну, я лицом одним. Махну опять, что у Махно такое? Махну опять и ушел, или у него какие-то... Или у него то, что отец этот минометчик, он так же ГПшками стреляет. Не вырешили. Так он как вышел, там отошел, что ли? Хотя прикольная штука, то, что каски сзади слиться. Репитов, давай! Фиксар. Картошка еще помер, нет? Живой, что ли? Ничего, это странно. А он перезашел, походу. Картошка? Да картошка умоляется, он снизу. Он в Москве. Да. А, так картошка по мне стрелял? Чё-то он не ранен, ничего. Не, Фиксар ранен. А картошка, он просто... Картошка. Но он лежит, но он не ранен, не показано, что он здоровый. У меня уже ранен. Он тормозит слегка. Как мне подпол не заметил? Чё-то это, ПНВ угасло. Да. Что угасло ПНВ? Ну, нормально был спектакль, фироп и темная ПНВ вообще. Ну, нажми Escape, приземлись. Ну, как верстабет? Ну, это не сработало. Это где он? Он всё равно был на чём. Четыре, всё ясно. Кустик, ты слишком много двигался. А, на какой высоте это порушено? А, смотри, репит двоих положил, цифратку никого не убил. 300 метров. Так, а какая кнопка у меня залипла, если при нажатии на тильду у меня открывается инструкция к спектаторам? Там какая-то еще, по-моему, у нее зажата. Не знаю. Ладно. Не, они там не добивают. Мы такие не пользовались, не знаю. А, все, короче, просто поили. Так, не Тайванчик как умер. Все, уж убить. Кто-то меня убили. Тебя, Тора. Фиксар, ты на меня выходишь, а я перевязываюсь. А я уже все кнопки ничего не могу сделать. Да. Понимаешь, ты передо мной убежал в эту фигу, кстати, еще. А что, ну, я выпит еще не знаю. Понимаешь, я к тебе зашел, но мне висмут ноги сломал. Что-то он у меня пропал из списка на время. Я понял. Я пошел тебя ловить. Вот полочнулся, кстати. Да ладно, я тебе ноги сломал, я думал, я выше попадал. Так блин, я к Иванчику пошел, а ты мне ноги сломал. Ой, Кабачик, к Фиксару хотел пойти. Я там мстить пошел. Я там всех пугал. Кстати, нас прослушивают? Спидер. Да, я говорю, вперед, влево, вправо, вперед. Да, мы специально платили, чтобы вы выкинули. Ну я понял, где находится Александр, кстати, благодаря этому. Да, не понял, где нахожусь я, потому что я сказал, что я снимаю от Фиксара. Нет, но ты не понял, потому что я сказал очень запутанно. Ну вообще-то мне репит сказал, где ты находишься. Это был. Я слушал, ты сказал, я пошел обходить, и я пошел перехватывать твой обход. Да, блин, я предлагал Эксару сделать сдвиг. Не раз. Метку кинуть. Да, да, да. А, я сюда не хотел. Кто у вас был еще одним снайпером? Кого я убил? Обе. У тебя было 3 КВшки наших, 2 своих, и у тебя 5 КВ было. Поехали со всем. Я забирал. Смотри, человек, у человека 5 КВ бегает. Ах, хера столько. Это знаешь, что число тогда не сбивает, короче, он на каждое КВ свое число сбивает. Знаешь, когда маньяки там зубы собирают, там не знаю, что еще, соски, КВ-шки. А ребята только свои видят его мигания или как? А где надо хакать? А, нет, за него мигает эта вышка. Ну, скади можно сломать, но не хочет или нет. А там надо стоять, прямо не можешь дать? Нет, активировал, он ушел. А, может он уже сделал? Новые технологии, типа скрипты, я там нажал, ушел, все. Правильно. Репит после 4 есть, он Паша написал в скайпе, что там пусть... Как я убил? И даже попал. Что ты до сих пор сидел? Можешь рубить, картошка, он все. Все, тири это, руби точно. А что картошка? А картошка, он готовится. Он опурпу. Дайте фраги посмотреть. Он так и не стрельнул. А махнул так или...